избран новый председатель общественной палаты. Им, а точнее ей, стала Юлия Портнова, руководитель одного из крупнейших ивановских предприятий – парашютного завода «Полет». По профессии – юрист. Кандидатура нового председателя была избрана единогласно. Члены общественной палаты сошлись во мнении, что если Юлия совмещает руководящую должность с воспитанием троих детей, то и на этом посту преуспеет. Поскольку общественная палата – это орган общественного контроля всего региона, первое, что я хотела бы сказать – что считаю правильным возобновить наши выездные заседания в муниципалитеты, когда мы встречались непосредственно с населением, это и в деревнях, там, и в районах, и в различного рода поселениях, и непосредственно общались и понимали, чем живут люди.